Привет, ребята, с вами я, Ниагара. Ну что, я здесь замутила себе очень мощную магию, соединила все, что было, плюс там усилила ядом еще. Мы добрались снова до самого низа канализации, чтобы победить змея из бездны. Еще раз этого Йормунганда. Ну, пока что так. Поехали. Так, здесь пока обычные, да? Обычные враги. Мы их сейчас победим. Кто там еще? Подождите-ка. О, нет. О, нет. Я знаю, кто это. Так, подожди, Нокт. Это же он уже, Йормунганд. Ха-ха! Он опять вылез. А, в тот раз, помните, он как вылезал? Подожди. Он нам показался сначала, его здесь не было. Блин. Гладио, а чё? Игниса, Игниса лечим. А тут сейчас он вкупе с мелкими врагами. Гладио, давай. А, у нас опасность с Игнисом. Ну ничего сейчас. Он хотя бы вот эту мелочь покрошит. Сейчас я быстренько себе эликсирчик вам. Игнису тоже эликсирчик. Давай. Всех хилим. Так получилось, что... Опять пришлось проходить все это. Ой, ребят, прошу прощения, меня тут, блин, прервали. И меня там, похоже, жахнули так нормально. Подождите, подождите, у всех опасность. Так, промто нормально, да? Промто все хорошо, ногти солеча. Эстранок! Так. Игнес, ну ладно, Игнес еще терпимо, Гладио. Гладио, давай. Так. Так, а Игниса пока просто зельем, наверное, похиляем. Я сейчас попробую сечь магией. Так, давай. Ух ты, что же ж. Что ж ты делаешь-то? Что ты такой дофига опасный, Йормунгунд, а? Опасно. Так, он вокруг меня вьется, это не к добру. Чувствую я. Может, Гладио пока задействуем. Гладио, что тут? Какая-то тема. Ты здорово. Чё, промазал, да? Черт. На-ка. Ну что? Чё-то как-то это... Я бы не сказал, что прям очень хорошо подействовала. Магия это моя. Ладно. Да почему я тебе же сказала? Нокт. Ну что, давай. Давай-давай-давай-давай. Промто. У Промта сейчас хороший выстрел должен быть. Вот так вот. Отлично вообще. Покруче, чем, блин, это магия какая-то. Так, ну, он меня, во-первых, шарашит как следует, это, конечно. И, ну и плюс мое королевское оружие забирает у меня хп. Что не есть хорошо, но что поделать. Зато урон максимальный. Да. Йормунгунд, опять ты меня... Накрыл. Так, подождите, парни, сейчас будет. Ржи. Блин, Игнес. Гладио, ну всеки, пожалуйста. Ой, на этот раз без промаха. Какой ты молодец. Так, а Игнесу надо бы добавить здоровье. Ладно, я себе добавлю. Так. Тихо. Игнис, ну чё, будем кушать эликсир? Слушай, ну какой он, а? Змей этот. Чё там у нас? Хотя половину снесли, нет? Так. Гладио, ты мне нужен, давай. Да, половина. Половина. Я думала, магия хорошо будет на него действовать, но чё-то как-то... Я бы не сказала, что это очень хорошая идея. Так, слушай, может мы с тебя королевским сейчас жахнем как следует. Так. Давай, ну. Гладио. Отлично. Так, ну у меня еще есть на ударчик, давай. Стазис, блин. Так, Интос.
Ну, смотрите, уже, ну, процентов 40. Ох, он, смотрите, какую атаку делает. Вот, что и произошло, пока меня там отвлекли, он так и шарахнул. У него уязвимость. Все. У меня стазис, черт побери. И парни все в опасности, блин. Так, опять туда. Подожди, он там. Мне надо парней вылечить, а? Как вот сделаю? Гладио, задействуем. Держи. Игнис, блин, опять. Это что ж такое? Давай. Ну давай, чуть-чуть осталось. Парирование есть. Зелье. Все, охота завершена. О, да. Мало, конечно, нам дали опыта за убийство. Второй раз убийство этого проклятого змея. За которого я опять выйти не могу. Мы с Гладио застряли в нем. Жесть. На сей раз он не исчезает. Смотрите, в тот раз исчез. Вот он. Ну, мордашка у тебя маленькая такая. А, вот. Офигачит он у нас очень даже здорово. Так, теперь возвращаемся к информатору. Мы можем сделать вот так, вернуться к выходу. Надеюсь, что больше у нас никаких заданий в канализейшн не будет. Вот мы добрались. Кстати, ребята, я забыла вам рассказать, я за кадром бегала. Было очень нудное задание по поводу паровых этих вентилей в городе там. Я их долго так искала, они на большой территории там расположены, нужно было бегать. В общем, там, по улицам. Мне интересно, задание, что такого, мы просто получили немного опыта с него и все. В общем-то, ничего такого там интересного не происходило. Ты давай нам наши деньги и опыт. Так, рубиновый браслет. Отлично. Ну и у него только адамантойс, по-моему, остался. Его мы пока не берем, я нашла там место с большим количеством охот. Да, и тем более 99 уровень нам не затащить. Пока что. Слишком мы еще хиленькие. Даже 70-го еще ни у кого нет уровня. Вот. И еще я поймала ту щуку. Я там съездила за усиленной леской. На чкубиках. Ну, в общем-то, мы поймали ее. Так, теперь давайте смотреть. Исчезающий вид чокобо. Помните, да? Нам надо было навестить. Это самое ближнее. Бесценное сокровище, это опять в эту переться. Что я страшно не хочу, но, видимо, придется, да. Это сюда. Ну, это фотки ему нужно сделать. Вот этих баз. Так, ну и вот она дала нам следующее задание. Проверять эти опоры. Вот несколько. Три штуки. Эх. Ладно, давайте сначала чокобиком пойдем. Я думаю, вот так. Посмотрим, вырос ли наш мальчик чокобик. Да, переместимся. Приехали мы уже только к вечеру, 7 вечера. Ну что, я надеюсь, что мы достаточно времени провели. Нет, говорит, приходите потом. Жаль. Все-таки нет. Тогда смотрим еще ближнее задание, какое есть у нас. Бесценное сокровище. Ой. Я все-таки надеюсь, что там не в самом низу лежит то, что надо Дино. Если в самом низу, я чокнусь. Так. Ну, можем вот заехать сюда. А, фоткать-то темно. Угу. Фоткать темно, да. Тоже далеко, далеко, и это далеко. Слушайте, ну у нас другого варианта нет, кроме как пойти сюда, в башню. Поедем туда, что делать-то?
Там как раз она ночью только открывается, то есть нам вообще, в принципе, очень даже подходит. В общем, я как только его найду, тогда продолжим, потому что вам снова смотреть всю эту башню, это... Ой, мне самой-то страшно, я когда вниз спускалась по канализации, я заколебалась. Но зато там же ключи не надо было искать. Ну и здесь, в этой башне, попробую побыстрее как-то пройти. Ребята! Боже, это где-то здесь. Это не так далеко. Мне показывают, что вниз, вроде. Добудьте изумруд. Но мы только зашли, как бы вот сюда, в этот самый-самый первый зал. И задание обновилось, и они говорят, найдите. То есть, ну, ниже, да, очевидно, что ниже. Я все-таки надеюсь, что не в самом-самом низу. Мне кажется, мы приближаемся. Я не знаю, конечно, но... Я очень надеюсь, что это где-то здесь. По крайней мере, вот этот район нам показан. Так. Вот он! Да! О, боже, спасибо! Спасибо. И еще что примечательно, мы здесь ходим, здесь нет врагов. И нам не нужно будет проходить весь этот путь заново. Вот это прям радует. Все, мы здесь нашли то, что нам было нужно. Мы можем вернуться быстренько ко входу. И слава богу, что... Я боялась, как в канализации, там были полностью враги, вот как мы приходили первый раз. Снова этот же монстр. В общем, это было не очень-то приятно, да, вернуться к машине, да. Вот. А здесь быстренько, достаточно быстро я спустилась, взяла этот изумруд и все. Мы можем уже выполнить это задание. Так, ну у нас с вами ночка. Ночка фоткать ничего не получится. Поэтому мы пока что имперские базы оставим в покое. Мы можем попробовать поездить далеко, правда, но вот по этим станциям. Даже не знаю, какая, блин, поближе-то. Мы где? Мы здесь. А, эти рядом базы. Да, далеко. Слушай. Даже не знаю. Ну, поехали, ладно. Вот так выберем. Мне кажется, это тоже нудное и скучное задание, но что делать? Ночью нам ничего другого не остается. Причем ехать-то, видите, как? Да это 5 минут. Эх, к остальным только я могу переместиться. Ладно, поехали. Будем ехать, пока что это я вырежу. У вас, смотрите, какая красота. Мы Левиафана призывали, правда, ночью. Плохо видно, но все равно. А в основном рамок же приходит и шило. Ой, как здорово. А ничего такого особенного, огненный этот демон. Мы бы его и так завалили, но я не буду упускать шансов призывать. Красиво же. В общем, мы тут едем почти утро уже. Мы всю ночь едем до нужного нам места. И на нас все время нападает то... То нильфгарцы... Ну, все утро уже. То вот эти демоны. Короче, вообще, это просто конца края не видно этому. Но наступило утро, 4 утра. И, в общем-то, скоро уже доедем. Мы уже находимся в зоне вот этой высоковольтной опоры. Но надо доехать еще все равно. А, поехали. Наконец-то все отстали. Посмотрите на гору. Прекрасный вид. Издалека. Классно. Вообще мир этот просто бесподобный. Очень-очень красивый. И много мест таких, да, вот смотрите, всякие чащи, подземелья. Даже те же канализации, тоже разнообразие. По-моему, ни в одной игре нет, как сказать, нет места, чтобы не было канализации. Короче, вы поняли, да? В каждой игре обязательно канализация присутствует. Практически во всех. Несмотря на жанр. Помыть ее надо. Ну, кстати говоря, есть такой набор, он очень дорогой. Модификация, там не будет пачкаться машина. Ну, в принципе, без разницы, да? Так, вниз показывают, куда-то вниз. Вам побежали. Вот, так что ехали-ехали, вот только вот доехали. Слушай, ну что, далеко еще? Что-то я не поняла. Ага. Может, что, Коба позовем?
как-то это далековато. Ага, поехали. Ой, слушай, вон. Так, еще ниже, 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 а тут вообще все. Следующую опору отыскать. Она похоже, знаешь, где через мост. Тут же мост. А, тут можно пройти. Нифига. Так, подожди, дорогой. Чокобик, я здесь тоже не могу допройти. Да почему? Ну ладно. Ладно. Тогда я вот это подбираю. Перейдем на ту сторону, да, получается. Там следующая опора. Ну, я так и думала, что эти задания, они будут нудные. Как и с вентилями. Еще ниже? Куда? Куда ниже? Непонятно. А вот. Вон там опора. В общем, они такие неинтересные. Здесь, мне кажется, никто их не охраняет. То есть никаких монстров нет. Тут нужно просто вот как с вентилями. Там надо было некоторые починить, подкрутить там. Ну и тут, собственно, такая же будет ерунда. Проверить что-нибудь там, починить. Осмотреть, видите? Надо задание-то такое. Смотреть. Где лестница? Алло? И где лестница? Я как тебе должна это все дело осматривать? Следующая опора. Так, слушай. Найти следующую опору. А там, вот там есть... Как это называется? Подвесная эта штуковина, там вот лестница по ней есть. Может, мы сможем доехать? Хотя между ними... А, нет, есть провода. Ладненько. Ну, давайте, значит, попробуем так, сесть там, доехать. Потому что лестницы-то нет. Как-то так, наверное. Быстренько, в общем-то, на Чокобиках доехали. Не знаю. Сейчас проверим мою теорию. Вообще здесь есть лестница? Сможем ли мы на этом трамвайчике доехать? Да подожди ты, ну где-то забраться. Ага, отлично. Вообще не знаю. Сомнительно, но там лестницы нет, так что. Осмотреть мы ее сверху не сможем. Еще три таких, представляешь, еще. Ну не три, вот это вот еще две. Всего три. Еще и по карте раскиданы. Так. Что там? А, ну, мое предположение было верно. Прекрасный вид на гору Ровоток. Ага, там. Возле нашей машины высадились. Я вижу. Так, проверить. Давай, там что-то было написано. Да, я бы сводана. В порядке? Мондайва табун наши. Вот, то есть даже не та нам нужна была, а вот здесь. А, хорошо, хорошо. Я буду иметь в виду, что нужна такая опора. Не которая по карте, а на которую можно залезть. Так, вернемся к машине, давай там зачистим, чтобы не спускаться. И поедем дальше. Чокоба пока не вырос. Так, мы можем базы пофоткать. Если, конечно... Так, ты же это использовал, но что-то не вижу, чтоб что-то как-то изменилось. Отлично. 24 уровень, ну это не так страшно. Они тут 49-го высаживаются. Уязвимость, давай, бей его. Так, еще двое, что ли? Вот он. А, держи.
Чё, нет? Нет? А, нет. Чё, всё, парни? Все молодцы. Так, подожди, автоматический режим. Место задания. Подожди, что-то куда-то показываешь. Это ближе, 1 минута ехать. Так, это далеко, в другую сторону. С этими вообще не знаю, что делать. Кактуары вот эти вот. Так, имперская база. Тоже 1 минута. Ну давай пока что ли день сфоткаем. Съездим. Пока утро, а то... Эти-то можно и ночью, я думаю, проверять. Ничего не будет. Все, поехали мы. Отскарисен. Угу. Погода, блин, испортилась. Снимочек так все будет. Так, снимок сделан. 2 из 3. Прекрасно. Теперь остается последняя. Где там у нас перская база? Вот это, да? Что-то не далеко, ну ладно. Ну ладно. В общем, направимся мы сейчас к ней. Ребят, мы ехали на ту базу и резко промто решил, что надо тут сфоткаться. Я же, кстати, вот заметила здесь нашу старую знакомую. Она опять хочет нам дать какое-то задание. Бейте грифона? Ух ты. Ладно. Но у нас пока фотосессия с утёсом. Так, вот прямо отсюда. Давай. Погода, кстати, наладилась, да? Прекрасно все. Ну что там? Мы сейчас, я думаю, успеем доехать до той базы. Мы почти доехали. Так, снимочек. О, ну неплохо, неплохо. Ну немножечко, совсем чуть-чуть получили опыта. Так, мадам нам дала задание убить грифона, ладно. Но мы пока просто продолжим ехать. 12 часов. Да, нам нужно последнюю базу сфоткать. Потом 2 эти опоры проверить. Так, сколько у нас там времени остается до того, как мы доедем? О, долго еще. Ладно, на месте встретимся. Мы доехали. Все, ребята. Никого здесь нет, никто не охраняет эти базы. Прекрасно. Так, и фоткать вот отсюда будем. Последний снимок. Угу. Можем его идти сдавать. Я не знаю, последнее ли это задание у Вива. Вива. Узнаем. Так, автоматический режим, место задания. Давай смотреть, что к нам ближе. Ближе к всего к нам... Вичокоба, который еще не вырос, а тут все далеко. Так, это же рядом, где сдавать, да? Бумага, да. Здесь же и грифона убивать. Я думаю, ну, нам там же сдавать и вот это здание, так что мы сначала его сделаем. Угу. А потом вернемся, там рядышком будет. Надо энджин отгазри. Да пошли, не, может мы успеем. Давай, Игнис. Газуй. Газу. Почти 3 километра ехать. Ну все, они от нас отстанут. Мы успели уехать. Отстали? Вот и прекрасно. В общем-то, переместиться туда мы не можем, будем ехать долго и упорно. Так что до встречи. Доехали, ребята. Долго ехали, да. Но, ой, следующая база... Ой, не база, в общем, вот это вот... А, пчелы убийцы. Вот эта вот опора, она гораздо
ближе. Валите их, пацаны! Это пчелы-убийцы. Только не могу их. Так, ну естественно, сущие копейки мы за них получили. Сейчас возьмем тут сокровища в кустах где-то. Ну, к вечеру опять только доехали, потому что очень-очень долго ехать. Так, погодите, парни. Я вот стою же прям где-то вот. Прям где-то на нем. Где? А, вот. Ну давай, подбирай. Мега зелье, отлично, отлично. Подождите меня, внизу я сейчас слайдю. Наверное, не обязательно всем лезть, да? Ну вы разберитесь там никогда. Один враг. Пристрелили. 5 часов вечера. Я так думаю, знаете, что еще одну опору потом осмотрим, пойдем сдадим фотки вот эти опоры. Ночью на Грифона как не с руки охотятся, чтобы мы его видели, все нормально было. Подожди, ну чуть-чуть, а так кандыбает. Так, да-да-да, проверить. Что за гибкий хвост? Проверить. Ой, мама. Не люблю вот эту проблему, когда... Какой-то миллиметраж нужно вымерить, чтобы задействовать кнопку. Все нормально. Второе осматриваем, и все в порядке. Так, прекрасно. Ой, там тут что-то красиво. Белая какая-то фигня, кристалл. Мне нравится ваш мир, прекрасно. Так, ну вернемся к машине. Последнюю осмотрим. Тут где-то рядом должно быть. По идее, потому что до обоих опор 5 минут было езды. Небеса разу. Опять дождь. Что ж такое-то? Опять дождь. Так, ну вот оно. Ну как бы не так уж близко. Почему так-то? Я думала, как-то оно ближе. Место задания. Угу. Но 3 минуты уже, не 5. Отлично. Да, готово. Я думаю, спокойно нам опять не дадут доехать, потому что сейчас стемнеет, мы не успеем. Эх, ладно, там встретимся. Вот, собственно, последняя опора. Мы там еще проезжали лавку с Настей. Я так думаю, что мне надо будет туда наведаться. Может быть, у него есть какие-то... Покруче лески или удочки. Потому что было не просто поймать эту щуку. На самом деле, да. Я думаю, что дальше будет еще сложнее. Ловли, задачи. Гладиолус у нас все время чихает. Бедняга, парень простыл. Так что... Не знаю даже, где бы разыскать-то мне получше снасти. Или это от его уровня зависит. Вот не знаю. Или от магазина, или от уровня прокачки Ноктиса. О, мы нашли проблему. Те двое были исправны. Все починили, надо сказать ей. Прекрасно. Так. Выполнено задание. Угу. Чудно. Возвращаемся к машине, и там вот потом надо будет поехать немножечко назад, чтобы попасть в тот магазин. Вот, ну и сейчас, поскольку вечер, я предлагаю вернуться в город, сдать эти задания. Так, слушай. Регалия, автоматический режим, метка на карте. Метка на карте. Вот этот магазинчик. Вот нам бы вот сюда. Лавка снастей Тыби. Сюда. Да, в автоматическом режиме, да. Рядышком. Чуть-чуть. Икука. Да. И потом дождемся утра. Дождемся утра. Нам может быть снова дадут задание. Я так думаю, еще какое-нибудь нудное задание, типа вот этого, будет у нее. Проверить паровые вентили, вот эти вот штуки, опоры,
Ну, я думаю, что еще по поводу фотографий, наверное, будут какие-то задания тоже. Весьма вероятно. Какой день для прогулки? Во-первых, 8 вечера. Это раз. Идет дождь. Два. Вот. Так что, о чем вы говорите? Давай посмотрим, что скажешь. Китовый ус 1500. Ха! А у меня уже гораздо лучше есть. Ну вот таких приманок нет, конечно. Так, 240. Крыло бабочки. Защита 150. У меня, по-моему, все круче, слушай. Вообще все не то. Ну, давай я у тебя по парочке возьму, что ли? Всего. Ну, раз у меня этого нет, чтобы у меня всякие приманки были. Мы ведь пойдем охотиться. Рыбачить, вернее. Ну, в общем, такси у тебя. Вещи. Сокровища. Так. Китовый ус. Ладно. Понятно. Подожди, подожди. А купить что еще можно? Только это, да, у тебя? Больше ничего нет. Ладно, спасибо. Все, мы поняли тебя. Там что-то есть? Угу. Ико. А, сейчас мы тогда пойдем сдавать 50 уровень по поводу грифона. То смотри-ка, а? Офигеть. Этому тоже надо просто сдать. Вот, мы пойдем сдавать фотографию. Ну и встретимся уже в городе. 3 километра ехать обратно. Ну все. Быстренько мы добрались с помощью перемещения. Так. Вот он наш. Дорогой Вив. Ну что, тебе даже ночью жарко. Укаэри!無事なようで安心したよ! На! 写真撮ってきたぜ. Я же там 3 имперские базы. Ой, тут еще чукобик наш влез. Кадр. Черно-белый снимочек. Курева! Усоваритану! Таоситакетуна! Сасгани цьойне! Коля! 僕も負けてられないな! うちの会社も帝国と戦っていくよ! いつか王様がルシスを取り戻すまでね! あ、ありがとな! これ、僕からの最後の資金提供ね! これからの旅に役立ててくれたら嬉しいな! Последнее пожертвование, то есть... Всё? 4000... Прекрасно! 20000... А нет, смотри-ка. Ноктисоджи. Еще? Ноктисоджи.話抜きで頼みたいことがあるんだけど. Синлей写真を撮りたいとは思わない? 次はオカルト記事か? いやいや、とんでもない. これは大真面目な話だよ. アコルドの国宝 メイがラクシュミに強力な悪霊が取り付いたらしい. 悪霊? 信じられないでしょ? でもね、 僕はこの話がスクープになると睨んでる。 もしオルティシエに行くことがあったら ぜひ悪霊の写真を撮ってきてほしいな。 В Альтисио? Слушайте, мы картину там видели. Я знаю, о чем он говорит. Картину мы видели, я еще только подумала, зачем здесь такое большое помещение, просто картина висит, все понятно. Проклятая картина в Альтисии. Так, мы пойдем сейчас эти опоры сдадим ей. Задание с опорами. Ага, ну в Альтисию пока мы не будем. Мы сейчас здесь все сделаем. Потом метнемся в Альтисию, там сделаем все. То есть, скорее всего, там еще и охота есть. Хотя вроде бы все сделал, но я еще проверю. Мне кажется, если я даже здесь еще нашла чувака, который нам охоты может дать.
Да, возможно, там тоже есть. Вот, когда все доделаем, вернемся за Штайм Адамантойза, и, наверное, это будет уже конец наших путешествий. Final Fantasy. Скорее всего, так. Нам же нужно будет еще у этой профессорши выполнить все задания. Ну вот Грифона сейчас она хочет, чтобы мы убили. Я не знаю, сколько еще у нее. Мы ведь уже тоже прилично у нее набрали. Лягушек искали 2 или 3 раза. Ну что, у тебя есть еще какое-нибудь нудное задание для меня? Хантер-кун, видите, что ты? А, научился это. Он то, таскар. Джа, а то в цену тенкен даке де смыка. А, и как варит это? やっぱりそうか。どうも。場所がわかればすぐ修理できる。もし電力が止まりでもしたら、夜、人を守る光も作れないからね。ありがとう。これ、お礼。うん。3000ещё? Вообще мы нормально так набираем. Но до сотки всё равно будем набирать. Я не хочу по чуть-чуть прокачиваться ещё задание. О, Генки, Ханта-кун. Будем сразу не меньше 200, чтобы. Мне надо хороший уровень, чтобы на Адамантойзе пойти. Хантер има дехараттиру соде. Ваташи нара икеру даро тте. Токубец теате цуки. Хантер нара икеру тте. Хигаэри декинай камоширенай башо нано га не. Сигай айте жа са. Демо шоумэй но тенкен ва секунин мо ару шигото даши. Итте ките яроу ка? Э? ああ、でもそれ無責任だし、やっぱり私じゃ無理か。ごめん、頼むよ。Проверьте освещение. Так, подожди. Проверьте освещение, это будет свет. Ой, ну почему так далеко-то? Женщина. Ага, черт. На Грифона ночью ж не пойдешь. Ладно. Ну, очень далеко. Ну, почти 3 километра опять. Возвращаемся к машине, туда поедем. Асода. Ага, в общем, доехали. Так, здесь магазинчик. Пока денежки не будем тратить. Там спать. Ой, слушайте, заправиться, не заправиться. Что-то даже не знаю. Ну давайте заправимся. Ну, потратим 10 гил. Там, по-моему, у нас чуть-чуть было. Или нет? Ладно. Полный бак. Чтобы без всяких сомнений. Так. Ага, спасибо. 50 тысяч у нас. Чудно. Чудно, но хотелось бы побольше. Так, проверить свет. Что тут у вас? Здесь, да, какие-то проблемы. Тут что? Машинное масло. Это что? Моторное масло. Давай, Нокт. Он у нас уже и электрик. Кто только там не был. Дальше. О, ну сейчас они меня, понятно. Будут по всем этим туркать. 3 километра. Я вообще молчу. Зачем делать такие задания? Так мне не надо заправиться. Можно я сяду в машину просто? Вот. Спасибо. Продолжим. Да, готовы. Поехали. Ох, как же долго мы ехали. Вот вы знаете, у нее самые нудные, самые неинтересные, скучные задания. Ну правда. Ну да, нафига они. Ладно, побежали. Ничего такого вообще здесь особого не происходит. Мы ездим. Смотрите на место, да. Давайте проверим. Просто вот так тупо. Что-то проверяем и все. Дольше едем. Скоро нормально. Угу. Прекрасно, блин. Так. Еще километр 44.
Чёрт побери. Ладненько. Там проверим, починим, видимо, а потом только сможем вернуться. И что вы думаете? Здесь была охота на Бармаглота. В той самой башне. То есть, они мне предлагают снова туда пойти. Чтоб вас снова туда пойти. Снова спускаться до самого низа. По этим кубикам. Вы издеваетесь надо мной, серьезно? О боже. О боже. Так. Ну чё, проверил. Нормалёк. Что, Гладио даже подошёл? Киоцкеру. Араворетага. Ику ё, Анта-кун. А? Ой, да ладно, 12 уровень. Ина, скилл. Доктор! Сейчас. Грызут меня почем зря. Смотри-ка. Я так и знала. Вот раз у нас была охота в канализации. Повторяющая. Этого монстра. Ну да, что-то в башне тоже. Боже мой. Ладно, знаешь что, Ник Холли, а там у нас Гарифона надо убить. Где-то рядышком. Вот этот пока выберем. В общем-то, возвращаемся к машине, да. Поедем, завалим Грифона. Так, ну и... Я пойду, наверное, сдам Тамадино. Его задание. Место задания. Да, меня телепортнут. Отлично. Прекрасно. Давай. При свете дня хоть рассмотрим его как следует. У нас, знаете, почему-то задание стоит, что вот сюда нужно подойти. Может быть, у него охоту надо на Грифона взять. Но у нас как бы есть другая сейчас охота. Слушай. Наверное, да. Хотя... А вот Грифон. Как мы его убили уже. Награду за него получили. Так, тогда по поводу задания с тобой надо как-то поговорить. Подожди, поговорить. Ну. Так у нас... Чё? У нас выполнено, мы убили уже Грифона. Что они хотят от меня? Я не понимаю, чувак. Может быть, это... Так с ним поговорить. На точке сбора. Чё ещё? То есть еще раз я должна ее взять, что ли? Чё от меня хотите? Нет, тогда. Что за... Если она мне уже дала задание убить Грифона, зачем я еще должна брать охоту-то у него? Чего не понимаю. Странно, да? Так, пойдем тогда это сдадим. Что-нибудь такое опять нудненькое возьмем. Мне бы не хотелось, конечно, чтобы у нее было очень много заданий для нас. Потому что они невозможно скучные. А мы всего выполнили у нее, получается, два. То есть эти вентили, потом вот эти опоры. Мы да. Ну-с. Даже не знаю, что вам сказать по поводу этого Грифона. Мне тогда нужно будет сходить в башню. Завалить Бармаглота или еще как его там? Еще разок. Блин. Окаэри, доу датта? Миетекита. Дайжобу датта. Гомен не. Моу конна таномиката шинай йо.
напрягаешь нас, да. Ну, кстати, такой, ммм.最近じゃ手に負えなくて回らなくて困って。それじゃ仕事になってないってやっと気づいたんだよね。私、死骸に襲われて死んだ友達がいるんだ。光を作るこの会社に入ったのはそんな子を増やしたくなかったから。じゃあ死骸ダメってのは？うん。思い出しちゃって。これからはさ、できないことはできないって言うよ。 それが人を守るこの仕事に責任を持つってことだからさ。本当にどうもありがとね、ハンター君。あ、忘れるとこだった。はい、お礼。Давай. Еще 4 тысячи, неплохо. Деньжат нам подкинет. Ну, хватит на зелье, которое мы тратим. Все. Неужели? Все серьезно? Ой, спасибо, женщина. Все, она отстала от нас. Фух. Так, ну что тогда, ребята? Серию эту заканчиваем. Начнем следующую с чего? С того, что сдадим вот это задание. Да, там еще вопросик у нас появился, так что отличненько. Я его выбираю. Видите, как далеко. В общем, там встретимся. Спасибо за просмотр этой серии. Будем снова охотиться на Бармаглота. Мне предстоит заново пройти эту башню, боже мой. Спасибо. Пока-пока.